Департамент совместно с Центрами занятости организовывает и профессиональное обучение, и допрофессиональное образование. В прошлом году более 1700 человек получили новое образование или прошли дополнительное образование. За период 2013 года у нас обучились за счет средств областного бюджета 38 инвалидов получили новую специальность. И все они были трудоустроены в дальнейшем на постоянное место работы. Продолжается реализация таких мероприятий, как стажировка. На 88 предприятиях мы стажировали наших выпускников образовательных учреждений. Общая доля трудоустройства таких стажеров после окончания стажировки 80%. 108 человек из числа безработных граждан получили обучение в целях обеспечения квалифицированными кадрами таких предприятий, которые внедряли у нас инвестиционные проекты. Это, допустим, Рашфор, 18 человек, Тобольск, Полимер, Тюмень, Стальмост. На этих все предприятиях мы обучали безработных граждан, и потом трудоустраивали их вот на эти предприятия, которые внедряли те или другие инновационные проекты.